Ого! Да вы не волнуйтесь, ему же не больно. Он же ног-то не чувствует. Считайте, что звезда у вас в кармане. Помогите! Вы меня обманывали? Да. Если бы я не притворился, вы бы просто ушли. Вы давали себя за другого человека. Что значит за другого? Я шеф. Это мое блюдо, которое я приготовил и которое вам понравилось. Я понимаю, что не изменю вашего решения, но этот человек достоин того, чтобы его ресторан получил звезду. Он действительно здесь себя убивает. Почему я опять должен вам верить? Потому что это правда. Но если он и после этого звезду не даст? Важно помнить, что универсального рецепта нет. Поэтому творите, пробуйте что-то новое. И, может быть, тогда, в конце, вас будет ждать награда.